Мы предупредили, ничего, и у меня тут еще не готово. Надо наушники тут все на место поставить. Так. Здравствуйте. Добрый день. Так, сделайте, чтобы там крику не было, чтобы тишина была. А вот маленький у меня, он плачет. Только что разбудился с обеда. Ну ладно, смотрите, разговор-то, чтобы не помешало. У меня, когда разговаривает, ни разу нормального разговора нет. Он мечется туда-сюда. Ну, на полчаса-то можно ребенка в другой комнате оставить. Да я один дома просто, поэтому... Ну, смотрите, ваше дело. И никак не получается. Давайте еще. Чтобы его... Как-то нам это непонятно, может... потому что у нас в семье было 10 детей. И ребятишки все время оставались одни. Потому что родители на работе. Чтобы так вот, ну, над ними, как говорится, кахать, на шаг не отойди. Это даже и непонятно. А почему? Что если мы ребенка-то сделать? Он один играть может. Почему каждую минуту должен... В детсадике-то им там одна нянечка, она их может и стоит, и больше быть на ней. Ладно, я просто к делу сказал. Давайте, слушаю вас. Вот я подписывал вас там на канале в соцсети. И был там один разговор у вас там, и расслышал про этих масонов, вот хотел спросить насчет них. Я так верующий, православный, я сам из Молдавии, вот, недавно был в церкви, в прошлое воскресенье, и это сам. Вот. И про этих масонов, вот я тоже смотрю по интернету, там самые разные ролики про них, по РЕН-ТВ тоже смотрю про них, кто они вообще, откуда они, что за люди. В интернете только зарядите, и у вас из лиха будет информация. Ну, я как бы смотрю так по интернету, там подробности нет. Вы меня не видите, вам меня не видно. Да, я вас не вижу. Вы меня не видите, я разговариваю с вами? Нет, я не вижу вас. Беда какая. Может быть, да ничего страшного. Давайте, попробуйте заново, зайдите. Давайте я попозже приду ты с работы и маленького возьму. Ну ладно, ладно тогда, так говорите. А то я только пришел домой-то недавно. Давайте, а то не будет меня. Слушаю вас. Вот я хотел спросить насчет этих масонов. Откуда они взялись? Кто они? Знаете, чем они руководят? Эта тема не на одну книгу. Вы поэтому откройте, зарядите в Google или в Яндекс масоны. И считайте, что есть. У меня же знания-то из книг. А там вот про них все написано, все правда, или там переделано? Ну а вы разберетесь, если вы верующий, вы должны увидеть, где правда, где неправда. Иначе кто мы такие-то? Откуда бы я знал, правда, неправда? Но однако мне Господь позволил разобраться. И притом я увидел в них доброе. Самое главное это. Намерение-то у них доброе, но только они через черный ход пытаются это сделать. Они хотят сделать, чтобы был порядок, лишних едоков не было. Ну, в общем, все понятно. Это нацизмом нельзя назвать, это много глубже. А вот с какой стороны они идут? С стороны Бога или дьявола? Они во всех странах, везде есть. И русские, и китайцы, и арабы, кого только нету. Это потому что предбанник. Самое главное, знает только одно колено, а в колене знает до конца только три человека. Главная задача воцарить Антихриста. Пока вот это главная задача. Чтобы люди отвернулись от Христа. Никита, а вот они откуда, в чем они верят? Вот я почитал там по интернету тоже, и многие тоже рассказывал. Они не верят ни в чем, они сами как бы считают себя боги, там, руководят вот эти экономики и все, весь мир. Ну, смотрите, я вам ответил, где искать-то. Вы мало смотрели. Там целые книги есть, и вы можете по этим книгам найти. Я занимался этой темой 14 лет. И свои материалы большие выпустил. Потому что во свете Библии, когда рассматриваешь, картина становится ясной. Потому что ты знаешь пророчество, как мир будет развиваться и где кончится. Святые отцы это все объяснили. А что они это где делают, я просто с их стороны пытаюсь понять, что они хотели сделать, хотят сделать.
Ну да. Ну, отец Игнатий, спасибо пока за... Да, потому что мы говорим, хотите, чтобы порядок был в многоэтажном доме? Чтобы не воровали, не убивали, не блудили? Да, а в городе? Ну, ты что говоришь? Они во всем мире, всеохватно. Если человек показывает какие-то особые данные во время, когда учится студентом, они его берут уже на заметку. Они везде выбирают самые сливки общества. Вот возьмите, она, Маргарет Тэтчер, никогда бы не была премьер-министром. А она их всех премьеров подвигла. Подобрала. И вот сейчас, смотрите, сколько времени это Меркель, Ангела в этой Германии. Чего бы она столько лет была-то? Она масонка. Гитлер масон был, общество Туле. Это разное. Ну, ее руководят как бы из Америки. Там три, как я понял, там, ну, я был и в Англию, и в Германию. У меня европейский паспорт, вот, и было возможно. Ну, как Наполеона, бы. Наполеона разбили, русские войска вошли туда, то оттуда вернулись, может, половина офицеров уже масоны были, французы. Французская зараза была. И все, они были одно время запрещены, потом разрешены. Это, нас это не касается, не думайте об этом, бросьте, это не надо. Коротко знать. Ну, я тоже там прочитал при Сталина, только Сталин смог их как бы разрушить этих масонов. Ну, да. Сталин, он их убивал, расстрелял. Хорошо. Он успел сделать. Где Сталин? Где Гитлер? А какую силу набрали евреи? Это их продукт. Ну, да. Ну и все, вот он прибрал их. А сам где он? Его даже поминать никто не хочет. А они каждый день нами руководят со всех сторон. Все, и в печати, и в судах, и везде. Ну, Сталин тоже не выбрали случайно. Он же был этот, как его, диакон или как? Ну, он учил... Учился в Пекинской семинарии, он учился. Да, да. И пришел один монах в возрасте, сказал, твое место не здесь, ты должен в другом месте быть. Вот, и он же был избранный как бы для народа. Да не Если знаю, не был не Сталин, знаю. Это палач. Проиграли как это деспот, войну. Это тиран, а ты людоед был. Ну, видите, он... Как бы все ресурсы человеческие, технические, все он дал на войне, чтобы победил ее, чтобы не отдать землю врагам. Как бы. Я не вижу здесь плохое, что он как бы там шаг налево, направо, расстрел на место. Вот. Или идешь вперед, немцы там тебя расстреляют, назад свои, там штрафбат или как были там. Вот. Он же делал все это для народа, для свою землю. Я вам не сказал, что у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Не, не против, я знаю. Да, знаете, а то я не сказал сначала. Даже... Да я вас прошу, отстаньте от этой темы. Вы ничего не измените, вам это и знать не надо. Я вам сказал, они хотят навести порядок во всем мире, но порядок через воцарение Антихриста, все в этом. И он воцарится на 30, на 42 месяца. Избранных дети сократятся. Опять, Игнатий, спасибо вам большое за внимание. Да. Просто сейчас вот не можем говорить, потому что маленький у меня здесь. Он шумит и неясный наш разговор. Ничего, вот. Ничего, ладно, ладно. Я просто говорю, как у нас было. Да, мать, да, да. Мать уходит на работу. Дома-то не было декретного отпуска. До родов ни одного дня не было, а после родов одна неделя или три дня, и все опять на работу. И она уйдет, ну, ребенка да. Пояс, она его привязывает на печке, чтобы он не упал, и все на работу, он один. Пришла, обмыла его, и все выросли. А сейчас, если один где-то дома или болеет, там паника такая. 120 миллионов абортов сделали за перестройку, это нормально. Миллионов? Государство одно в утробе матери погубили. Ну, что поделать. Есть люди, которые не хотят. Не знаю, я их не считаю людьми, эти, которые абортом занимаются. Даже эти врачи. Сегодня в городе как врач... ни одной женщины не видел, чтобы она была в юбке, в платке, ни одной. А еще дрындят кого-то попы. Традиции, традиции. Какие традиции-то? Они никакой власти не имеют. Да. Подряд всех причащают. Менялся как бы мир и люди. Не как раньше, вот я помню. Моя бабушка, она жила 84 года. Я был маленький, она в каждый воскресенье меня взяла в церкви, там молились. Вообще, был другой мир, другие люди, другой. Да. А сейчас говоришь им про Бога что-то, они сразу знают,
смеяться над тобой и говорит, ты что, веришь, что как? Так бы даже не с кем обсуждать сейчас. Не то, что обсуждать, а вот нормальный разговор там про Библию, про Бога, нет, не с кем. Они сразу как бы берут это для... Не Сейчас знаю, как это видите, объяснить. под видом, что Богу верующий стал, надо идти куда-то, эти хаджи собирать, крестные ходы, в Иерусалим поехать. И про Христа слова одного нету. Нету вообще о благовестии речи никакой нет. И крестики, разные амулеты, язычество стопроцентное. И все время куда-то надо что-то где-то к мощам прикоснуться. То есть Бога не верят люди, живого Бога нету. Обложились мертвецами. И сказать нельзя никак. Начнешь говорить, а там и ругань, и что угодно идет оттуда. Господь сказал, последуй за мной, не сказал, следует за кем-то. Ну да. Слушай. Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Все понятно? Три ступеньки. А первый раз и не сделал, на вторую не залезешь. Ну Вот ладно как бы тогда, так. если не, вопросов больше нет. Я про этих вот хотел вас Я спросить вам тоже. ответил, больше не думайте про это. Вам иначе не выйти оттуда. Читай Библию, иди на благовестие. Запомните. Да, вот Соблюдай воскресенье православные каноны, вдруг. Да. правила, посты и больше твори, что можешь милостыню. С Богом. Все, вас тоже так, Да, отец Игнатьев. с Богом. Спаси Все, Христа. спасибо вам большое. До свидания.